Посмотря телевизор или же прогуливаясь по улице, мы замечаем великолепные творения инженеров и просто прекрасные машины. В них находятся самые богатые люди. Успешные бизнесмены, олигархи, девушки олигархов или же их дети. Но купить машины из нашего топа смогут уж точно не все из них. Встречайте! Топ-10 самых дорогих машин в мире. На 10 месте у нас Porsche 918 Spyder. Цена для такого уровня достаточно средняя – 845 тысяч долларов. Цвет увидят только 918 экземпляров. Под капотом два двигателя, бензиновый 4,6 литра и электрический. Совместная мощность 230 лошадиных сил. Коробка семиступенчатая. Разгоняет автомобиль за 3,1 секунды до 100 км в час. Максимально Porsche едет 320 км в час. На электротяге 150 км в час. 9 место. Esso Situator. Это хищница дорог. В груди этого монстра 1350 лошадиных сил. Он передвигается с максимальной скоростью в 443 км в час и за 2,5 секунды достигает 100 км в час. Автомобиль вышел в мир в 2014 году. Это второе детище американской компании Shelby Supercars. Разработчики дают понять всем любителям суперкаров, что это только начало их стремительного взлета. Стоимость Esso Situator 970 тысяч долларов. 8 место и McLaren P1. P1 – английский суперкар с гибридным двигателем, является модифицированной версией другой модели Макларена F1. Стоимость модели P1 на сегодня составляет 1 150 000 долларов. P1 оснащен гибридной установкой битурбинного двигателя V8 объемом 3,8 литра, мощностью 727 лошадиных сил. Разгон до максимальной скорости в 300 км в час проходит за 16,5 секунд. На 7 месте у нас расположилась Ferrari LaFerrari. LaFerrari имеет гибридный двигатель. Приобрести сегодня LaFerrari можно не дешевле, чем за 1 350 000 долларов. Отзывом тех, кто имеет этот автомобиль в своем гараже, он стоит своих денег, сомневаться не приходится. Модель получила двигатель V12 объемом 6,2 литра и мощностью 963 лошадиных силы от гоночного авто Ferrari FXX. Всего было произведено на свет 499 экземпляров LaFerrari. Все они были куплены еще до старта их производства, максимальная скорость, которую способен развить автомобиль, 350 км в час. На 6 месте Pagani Huayra. Итальянцы знают толк в производстве суперкаров. Гладкий футуристический стиль экстерьера и интерьера Huayra ловко сочетается с передовой конструкцией авто и высочайшими технологиями в его использовании. Средняя стоимость автомобиля 1 440 000 долларов. Pagani Huayra оснащен специальными органами управления, элеронами, которые позволяют нажатием кнопки изменить прижимную силу. Кроме того, передние ароматизаторы позволяют менять высоту передней части машины в зависимости от набранной скорости, что многократно улучшает управляемость автомобиля. Под капотом этого суперкара расположен гибридный двигатель V12 с двумя турбокомпрессорами, который имеет объем 6 литров и содержит в себе 700 лошадиных сил. Самая большая скорость, которую способен набрать итальянский автомобиль, доходит до 370 км в час. На 5 месте Hennessy Venom GT. Представленный в декабре 2011 года, Hennessy Venom GT уже успел стать легендой. Именно этому автомобилю принадлежит мировой рекорд скорости среди всех серийных машин. Позже автомобиль побил свой же рекорд, разогнавшись в 2014 году до отметки в 435 км в час. Но в этот раз показатель был установлен в неофициальной форме. Цена, которую просил производитель за свое детище, варьируется в интервале от 1 450 000 до 1 650 000 долларов США, в зависимости от комплектации. Venom GT оборудован двигателями внутреннего сгорания V8 с двумя турбокомпрессорами. Общий объем агрегат составляет 7 литров, показателями мощности до 1244 лошадиных сил. Четвертое место. Zenwe ST1. Это датский суперкар, разрабатывается частной компанией с 2008 года. Несмотря на критику, с ее технологическими характеристиками не поспоришь. Невероятная мощность в 1104 лошадиные силы и двигатель в 7 литров. Выпустили всего 15 экземпляров. Стоимость 1 800 000 входит в подарок швейцарские часы фирмы Aspen за 50 000 долларов. И тройку наших лидеров открывает Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. Желающих купить этот автомобиль за 2 600 000 долларов намного больше, чем его выпуск всего в 30 экземпляров. Этот суперкар рекордсмен. Он появляется на автополигонах, чтобы впечатлять, и рвется вперед с мощностью 1200 лошадиных сил и скоростью 431 км в час. Оранжево-черные цвета давно впереди всех. Второе место и Lycan Coupe Sport. 3 400 000 долларов. Спорткар ливанской автомобильной компании W Motors. Главный офис компании расположен в Дубае. Двигатель имеет 750 лошадиных сил и разгоняется от 0 до 100 км в час за 2,8 секунды. Максимальная скорость 390 км в час. А это, между прочим, на 100 км больше взлетной скорости Аэробуса. В год выпускается 7 моделей данного автомобиля. И неоспоримым лидером нашего топа самых дорогих машин в мире с ценой на начало 2016 года в 4,5 миллиона долларов становится Lamborghini Venera Roadster.
первое место. VNN — это переработанное обращение Aventador. Казалось бы, кто будет платить такие деньги за модель, которая во многом повторяет своего более дешевого предшественника. Но в 2013 году первые три экземпляра, запланированных для производства, были куплены до официальной презентации. Да, работа лучших маркетологов мира способна сотворить финансовое чудо. Говоря о характеристиках Lamborghini VNN, следует сказать, что машина легче на 130 кг своего предшественника. Родстер имеет 12-цилиндровый двигатель, объем 6,5 литра, мощностью 750 лошадиных сил. Максимальная скорость, с которой способен двигаться автомобиль, составляет 355 км в час. Разгон до 100 км в час занимает 2,8 секунды. Всем спасибо.